Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать простое, но очень вкусное и сытное блюдо. Курица, запеченная с овощами. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Нам понадобится курица, у меня сегодня куриные окорочка, морковь, картофель, китайская капуста, аджика и майонез. Капусту тонко шинкуем и слегка подсаливаем. Картофель режем дольками. Морковь тоненькими кружочками. Добавляем курицу, аджику, майонез и хорошенько все перемешиваем. В противень сначала выкладываем слой капусты. Поверх капусты выкладываем курицу, картофель и морковь и отправляем противень в духовку, разогретую на 180-200 градусов на 35-40 минут. Курочка, запеченная с овощами, готова. Всем желаю приятного аппетита и надеюсь, до новых встреч на нашем канале.